Всем привет, с вами Swordflam, и мы продолжаем прохождение игры Mark of the Ninja. Новая цель — пройти офис. Офис? Может, в офис? Наверное, пройти в офис и сам офис. Так, масштабируем карту. Так, нам надо уничтожить не менее 20 ламп задания. Хорошо. Так. Я с собой взял дымовухи, шипастые мины. Ну и, конечно, наша имбовая дальнозоркость. These buildings are protected by high-tech tripwires. But you can wreck them all with a simple bam. Да, используем дротик. Вот видите, уже второй уровень, уже пошли ловушечки. Всеми любимые лазеры в стелс-играх. Помните лазеры, если вы играли в Splinter Cell? Там тоже много лазеров было и в мобильных версиях, в 2D-шных и в 3D-шных. Но особенно больше было в мобильных версиях, насколько я помню. Так. Какой-то лазер. Что же он хочет-то? Могу никуда стрелять. Main transformer should be nearby. Destroy that, and you'll bring down all the lights. For a time. Что этот трансформатор-то интересен. Так, неудобно каждый раз менять. Было бы удобнее, если бы на кнопки разные было. Так, дальнозор, давайте используем лампы. Watch. The alarms switch off when the guard walks past them. Or when he's dragged past them. Чувак. Так. Здесь у нас ничего нет, похоже. Хотя наверху есть куда-то. Что-то. А, нет, нет. Значит, надо вниз. Осторожненько. Стелсим, стелсим. Так, смотрим вниз. Куда наша напарница-то делась? Вроде пришла с нами, а теперь ее нет. Вообще так странненько. Но смотрите, охранник сам прячется за этим. Интересненько. Да. Что это за штука? Понятно. Вроде ничего. Начинает включать питание. Пока, чувак. За цветок его не спрятать.
А было прикольно в цветок его засунуть. Так, наверх. А да, потому что через лазеры мы, по идее, пройти не можем, хотя вроде дымовуха будет скрывать и можно, но зачем я просто пройти? The transformer should be close, but be careful. The catwalks are crawling with guards. А вот наша напарница. До трансформатора за минуту. А когда отчет-то пойдет? Ау, вы чё? Отчет когда? Когда пойдет отчет? Да. А первая цель уничтожить не менее силам. Может, что уничтожить? Так. Weird. The light went out. Менее 20 ламп сломать, скажем. Окей. Что считается за лампа? Эти штуки тоже считаются за лампа. Чуть не ломается. Тоже она в защите считается какой-то. И типа ее так не сломать. Ну, окей. Ничего себе, у него фонарик светит аж на весь этот раньше. Лампы не хотят эти что-то ломаться, и где это 20 ламп там уничтожится? Я не успел добраться за минуту. И шумное убийство. Сами прячемся. Я могу только одно тело спрятать, но плохо все. Все меня спалили охранники, я зафейлил задание, вот оно вычеркнуто. Значит, отсчет пошел сразу. Хорошо. Ну и можно было, в общем-то, выбрать цель, наверное, как ее сделать. Не убивать врагов, поменьше, по минимуму убивать по возможности, быстро пробраться сюда, потом вернуться и убить всех охранников. Hey, there's someone there. Shots fired. Нас спалили. Плохой из нас ниндзя вышел. I thought I heard an alarm. Remember, you're trying to avoid detection. Я знаю, дорогуша. Так, вот мы вырубили генератор, это
Ну или трансформатор, неважно, до него надо было добраться. Хорошо. Хотя бы два слампа, может быть, мы сделаем. Достигнуть вершины башни незамечен. Но пока не зафейлено. То есть, видать, не за весь уровень локация считается. Ну, может прокачаться. Но... все равно нет очков для прокачки. Remember, if a guard is blocking your way, you can try to distract him. Ниндзя. Фух, закончилось электричество. Что, второй уровень уже начинается. Все больше испытаний, ловушечки всякие. Больше челленджа добавляется. Как он замечен, если по идее они нас не спалили, а то, что там, это же скриптовый момент сейчас. Это по рации разговор. И сейчас мы уберем врага. Пока, чувак. Там еще что-то интересное есть. И наверху. Какой-то гонг. Что это такое? Ага, это какая-то комната испытаний. Интересненько. Интересно, комната из этой... ну, точнее, из этой комнаты испытаний лампы считаются для задания, что 20 ламп уничтожить или как? Так, схватить. Песненька.
Что у нас тут? Мы можем ящичек передвигать. Так. Это лазер. Я не хочу в лазер попадать. Сейчас посмотрим на эту кнопочку, нажмем. Так. Ага. А как же... Так. Хватил. Ага. Интересно. Идея, все, я решил загадку. А теперь добраться туда наверх. Хорошо, что здесь достаточно отзывчивое управление, приятно управлять. Так, где я очутился? Не там, где я был. Вроде бы. Неудобно, что когда переключаешься, я, например, нажимаю вниз, потому что у меня внизу дальнозорость. А мне надо другую сторону выбрать. Или я все-таки здесь, походу. Просто картинку там, рисунок стало видно на фоне. Ну что ж, мы прошли комнату испытаний, нам за это уже очки дали. Нам надо 21 тысячу на максимум очков. Наставили тут своих электрических ловушек, понимаешь. Так, это там. Ну ничего себе, я могу как перепрыгнуть, здорово. Здорово, здорово. Там лазер, я не могу туда крюком. Может туда убиваем двух охранников. И я хочу их трупы спрятать. Смогу ли я это сделать? Нет. Так, сюда я не могу спрятать труп, к сожалению. Да, если мы пробуем отнести сюда и выкинуть в эту дырку. Дадут ли нам бонус? Смотрите-ка, дают. Но это время тратить. Ну, давайте все-таки берем второго. Тем не менее.
Ну что, я принес тебе друга, чувак. Здорово, дружочек. Вот тебе компания, чтобы не скучно было за компанию там полежить там вдвоем, пока я тут делами занимаюсь. Так. Интересно. Снова два пути, развилка. Куда приведет этот путь? Просто сюда? Да, просто сюда. Но это на самом деле здорово, что есть несколько путей к одним и тем же местам. Так сказать, вариативность. Это всегда хорошо, когда в играх есть вариативность, а не только все линейно. Так, мы внутри здания Гиссена. The blackout is working. While the guards fuss over that, we can slip right by them. Непонятно, где шляется, и всю грязную работу должны делать мы сами. Отвлекайся на охранников, говорит, конечно, не, мне придется отвлекаться, подруга, поскольку больше очков дают за убийство. О, машинка. О, кунг-фу, о! Забавно, что когда мы столсил, мы убиваем с меча. А когда не столсим, просто вручную деремся. Должно быть как наоборот обычно. Или как-нибудь по-тихому. Какой-нибудь маленький ножичек там, чтобы быстренько убить по-тихому. Рубилась лампа. Великолепно просто. Блин, и там два врага сверху. Hey, I heard that. Hey! Тревога. Спалили нас. Так, посмотрим. Запалят нас в кувшине. Так. Ёлки, запалил, реально. Hey! Target has been identified. Давай, я делаю их своим кунг-фу. Кунг-фу! Да. Идти напрямую невыгодно. А слишком быстро. Замочат. Ладно, зато мы поняли. Но обычно всегда так в стелс-играх. Если ты не стелсишь, тебя убивает слишком быстро. Who's out there? Someone out there? Man down. Hey, guys, it's him. You should have it. Lost him. Похоже, не получу я достигнуть вершины незамеченным. Не знаю. Смотрим. Thank you.
Блин, их как тут запалило? Я же прыгал, когда уже лампы не было. Так, 1000 нужна. Тащим. Да блин, мы большую часть, ну не большую часть, но много так достаточно времени тратим, чтобы просто прятать трупы. Блин, походу надо было, я понял, короче, похоже надо было делать вот так. Обойти сперва внизу, никого не убивая. А нет, он тоже спалил. А, это такой светильник, который не ломается. Замечательно. Кучу раз уже спалился. А так хочется пройти все по стелсу, хотя бы один уровень, хотя бы один, как про. Куда делся-то, брат? Их даже двое уже там. Почему шумно-то? Иногда почему-то одну кнопку как будто не засчитываешь, чтобы нажал. Поздно повернулся. Прости. Это уже не наша проблема, дружище. Можно поверх. Можно по низу. Пойдем по низу. Но все равно похоже на наверх. Мы можем бежать по стене. Ничего себе. Круто. Блин, прям как Спайдермен. Чух. Hessian's troops are scouring the grounds, but we can sail right over them. Meet me on the roof. А вот теперь это задание, теперь нельзя палиться, чтобы получить бонусную награду. А, да пусть он убьет меня, может мы сможем обновить. Чтобы у нас это откатилось, что мы запейлили этот бонус. Попробуем с ним пройти. Да. Сколько ламп? На, я же уничтожил, или не уничтожил.
Уничтожил я уже 20 ламп. Или нет? Что нам выделяется всегда белым и белым, и непонятно. С самого начала выделялось белым. Можно ворон замочить. Только что это нам дает? И ясно. А может, и ничего не дает на самом-то деле. Да, здесь просто артефакт, печечки. Ну и еще один враг. Если вы убиваете всех врагов, то вам это важно будет. Не пропустите этого врага и артефактик. Нам нужно идти, собственно, сюда. И теперь нам нельзя палиться. Ассиенс трупы скауринг на граунд. Но мы можем сейл right over them. Meet me on the roof. To keep from overloading the grid, we gotta turn the power back on one floor at a time. I'm turning the power for the 15th floor back on. Мы же на 15 этаже. Краник второй. Привет, дружок. Пока, дружок. А вот куда этих врагов спрятать? Их некуда. Никаких дырок, никаких люков. Может зайти в эту комнату? Пока. Так, вы не посчитали, что мы спалили? Мне повезло. Хотя, конечно, это тупо, должно было посчитаться. Если так, по-нормальному. Блин, сразу два, двух я, наверное, не смогу сразу вынести. Блин, снова то же самое. Я тормознул.
свет, как Бэтмен. Посмотрим, что вы будете делать тогда. И как же мне к нему пробраться? Хочет, короче, он палиться. Да-да. Там здесь внизу. Бля, мне похоже его никак не обойти. Придется только как-то атаковать. Чем вот этим. Ау. Снова еще второй враг откуда-то вышел. Это, кстати, опасно. Очки сняли, я снова спалился. Сам выйдет сюда, этот глупый охранник. Где нет, скорее всего, не глупый охранник, а очень такой чуткий. Прям палит и палит. Где ты? Достал меня. Ты у меня 1600 очков снял за два палева-то. Тебя раскромсал бы по полной, но, к сожалению, так нельзя. О! Надо показать ему свое кунг-фу. Thank you.
You're almost there. But so is the repair crew. Keep moving. И ремонтники тоже. Какие ремонтники? Надо мне никаких ремонтников тут лишних. Могу отсюда убить. Hey, shit, it's him. Да вы чё, серьезно? Да как же так? Тупо. Тупо как спалился, можно же использовать быстрое такое передвижение. Мне сами сказали, и как я должен был пройти тогда там. Все, чем дальше прохожу, тем больше палюсь. Должно быть как наоборот, но у меня счета. Все идет не как надо. Ну, благо здесь есть чекпоинты, и они постоянно расставлены. Turning the power back on for 19. А,
Вот зачем, может быть, ворон полезно убивать. Они шум издают. Ну, в общем-то, логично. Реализм. Что-то нашли, похоже, свиток какой-то. Манускрипт-ниндзя. Сюда другим путем. Как я уже говорил, да, здесь есть несколько путей, и сама игра об этом пишет, когда иногда загружается. То есть в ней не все линейно прям так. Это замечательно. Тем более для стелса. Я считаю, что для стелса это must have, чтобы были нелинейные выборы действий на том или ином уровне. Так. Что, конец ли это уровня или нет? We made it into the complex. This way. Так, мы прошли уровень бонус за скрытность, за отвлеченных. Снова, если бы я не поднял тревогу, да я бы больше получил. Неубитый врагов, сколько там, один был? Неубит враг один и... Два врага не убито, блин, немножко. Так, ну что ж, это мы закончили этот уровень. Добрались до какой-то вершины башни. Увидимся в следующих видео. С вами был Swordflame. Если вы хотите видеть больше видео, то подписывайтесь на этот канал. Всем удачи, всем пока.